музыка в исполнении оркестра под руководством дирижера, цветы и хорошее настроение. Празднование Международного женского дня в административном корпусе – добрая традиция. Во все времена, наверное, женщинам важно быть счастливыми, любимыми. А на таких праздниках мы действительно чувствуем себя надежно, защищенно и, самое главное, счастливо. С праздником весны женщин поздравил генеральный директор Нижнекамск «Нефтехима» Айрат Сафин. Он лично наградил лучших сотрудниц компании почетными грамотами за многолетний плодотворный труд и активное участие в общественной жизни. Всегда вы нас вдохновляли, всегда вы нас двигали вперед. Ради вас мы всегда сворачивали горы, ради вас мы стараемся. Вы наши тылы. Примите самые теплые искренние поздравления с этим замечательным весенним праздником, международным женским днем 8 марта. Радуйтесь каждому мгновению своей жизни. Будьте здоровы, красивы. Здоровья вам огромное. Любви, всего самого наилучшего. С праздником. Главным подарком для зрителей стала концертная программа, которая надолго останется в памяти сотрудниц Нижнекамск-Нефтехима, наполнив сердца счастьем и добром. Катерина Короленко, Алия Салахиева, Фахри Исламов, Н-Медиа.